Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики канала. Сегодня спешу поделиться с вами своей радостью. Я несколько раз показывал вам свой зигапиталум. Это было еще прошлым летом, я показывал последний раз, кажется. Он у меня стоял на балконе. И вот, наконец-то он у меня расцвет. Вообще, на самом деле, была целая проблема. Кстати, вот он у меня расцвел. Бульба действительно не сформирована. Они цветут с несформированных бульб. Но она уже у меня выдала все листочки. То есть уже она ничего не растит. Все листочки развернулись. И только тогда я увидел цветонос. Развивался он около даже больше месяца. Вот. И дал мне шикарные корни. Так вот. В чем причина, что простимулировало к цветению, я не знаю точно. Вот, он отсушил мне две бульбочки старые, безлистные. Вот одной уже нету, и одна вот осталась. Она уже совсем высохшая, ее я отделю в скором времени. Вот. И вот материнская бульба, от которой я ждал цветения, но ничего не процвело. Вот, дал он мне кучу шикарных корней. Это уже случилось весной. То ли сыграла роль, что я переставил его на кухню, там более влажно. Есть солнышко и есть существенные перепады, потому что на кухне у меня не топится. То есть даже в зимнее время там не топится, и он там сколько, 2 или 3 месяца простоял. Ну, от начала весны. Даже конца зимы, я бы сказал. Вот. То ли я его оставил в покое, он решил меня процвести, то ли ему понравилась перемена вот такого вот климата. То ли вот я использовал такие вот стимуляшки e-grow. Я показывал видео про... Видео было про эстафету, что в кейсе у моих орхидей. Вот я показывал вот эти вот... Крышечка лопнула, закручивала сильно. E-grow я недавно совсем начал их использовать. Ну, как раз-таки 1,5-2 месяца я их использую. Корректор дефицита микроэлементов. И развитие корневой системы. Вот я совсем по нескольку капелек добавлял его по очереди и в замачивании, и грунт просто по поверхности опрыскивал. Ну, дело вот в чем. В зимнее время я его проливал вот только по краю горшка из опрыскивателя. Делал струю, не разбрызгивание, а струю, не мелкодисперсное распыление, а просто струей проливал, вот, и добавлял вот эти вот вкусняшки. Ну, также я его замачивал с удобрениями раз в месяц зимой, хотя не рекомендуется, но я все свои орхидеи удобряю, то есть раз в месяц слабеньким растворчиком комплексного удобрения я проливаю все их, вот. И эти добавлял при каждом поливе, но по очереди. Чередовал для развития системы, стимулятор цветения и микроэлементы. Ну, я думаю, и это тоже сыграло свою роль. То есть я не ожидал на такой эффект. Я сколько не старался, сколько там не использовал биоглобин и другие какие-то вот удобрения. Просто, наверное, совпали все факторы. И вот ему понравилось. И в результате он выдал мне вот такую вот стрелочку. На ней вот 5 бутончиков, 3 уже распустилось. Так, наверное, пыльца. Вот, такие вот красивые. Он очень ароматный. Очень ароматный. В дневное время, начиная с утра и до, наверное, часов 4, он когда на солнышке находится, а у меня юго-запад как раз, в эти часы, такие, после 12, у меня начинает активно светить солнце. И вот... И вот он ароматит. Также зимой он у меня просто висел. Он висел с притенением. А потом уже когда немножечко потеплело, у меня место освободилось, потому что я цимбу вынес на балкон. И я его спустил вниз, поставил на холодильник. У него стало больше света. Хотя он висел также под прожектором, но прожектор, я думаю, не сильно много освещения ему давал.
Вот, и вот так вот расцвело. Вот у меня еще была возможность в этом году купить, заказать еще один еще один зигапиталум. Назывался он Зиганисия. Что-то там еще китайское было какое-то, что-то в названии. Ну, с такими красивыми. Если я найду, я вставлю картинку. Вот, я планировал его заказать, но потом подумал, этот не цветет, так что я буду еще один покупать. В итоге я его не купил. У него очень красивые голубые цветы, но теперь я жалею, что я его не заказал. Теперь надо пополнять. Хочу еще такой вот более светлый зигапиталум, потому что этот темный. Вот, теперь я знаю, что они очень красиво цветут, что я могу добиться ихнего цветения, потому что когда я его купил, этот зигапиталум мне доставили по почте, причем это было очень такой зимний-весенний период. Он мне пришел с переломанными всеми цветами, и они уже увядали. То есть я только 2-3 дня смог полюбоваться этими цветочками, и они уже все отпали, и ароматы я не чувствовал, потому что растение конкретно стрессануло. Вот, но сейчас я знаю, что я смогу его зацвести, и у меня уже есть опыт, и можно заказывать еще один. То есть у них очень широкая палитра окрасов. Вот. Довольно-таки много гибридов зигапиталумных. Вот. И теперь хочу еще один. Так, ну, я поделился с вами своей радостью. Надеюсь, вам понравилось, вы порадовались вместе со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Всем пока-пока. Берегите себя и ваши цветочки.